Tail Strike или удар хвостом о полосу – нередкое авиапроисшествие, при котором самолет во время взлета или посадки касается хвостовой частью фюзеляжа, твердого покрытия ВПП, и при этом получая самые различные повреждения. В большинстве случаев повреждения устраняются, и самолет продолжает эксплуатироваться в авиакомпании. Но бывает и так, что это приводит к катастрофам, если ремонт был выполнен неправильно или некачественно. Рейс 123-611. В среднем авиакомпании оценивают такое касание в 12 миллионов долларов. Но помимо самолета, в осмотре еще нуждается сама полоса. Выделяют такие основные причины этого происшествия. Это неправильно установленный триммер стабилизатора во время взлета или посадки, взятие штурвала резко на себя до достижения скорости принятия решения или во время выравнивания, неправильная работа директорной системы самолета, сильные порывы ветра, а также козление на посадке и ошибки во время ухода на второй круг.